просто там, как на станковой картине, значит, какая-нибудь плоская стена, там, сосредотачивающая на себя все внимание, а внимание как бы распределено по объему помещения. Полет фантазии в масштабе поверхности ограничивается лишь вкусом и чувством меры. Нам посчастливилось познакомиться с замечательным художником, который трудится в стенах Зеленогорского психоневрологического интерната. Виктор Павлович Чувашев, выпускник Ленинградского института живописи имени Ильи Ефимовича Репина по направлению монументального искусства. Художник работает в ПНИ номер 1 5 лет. И за это время интерьеры некоторых зданий учреждения по-настоящему преобразились. Так, удивительные росписи с фантазийными сюжетами, которые мы видим в административном корпусе, выполнены художником по рисункам одной из подопечных интерната. Сам сознательно тянулся в мастерскую монументальной живописи, именно потому что самому приносит удовольствие вот такие масштабы. Изображение в сравнении с собственным размером. Я всякое изображение, там, которое там от моих рук уходит, я завершаю всегда с чувством вот, полной сделанности. Если этого чувства нет, я делаю дальше. Вот. А на художницу Анну Ермоленко я обратил внимание еще до начала работы здесь. Жена показала ее рисунки, они мне сразу показались очень интересными, просто потому, что в них существует автономная жизнь. Хочу в этом вестибюле очередной раз добрым словом помянуть директора Черюканова, с которым мы очень легко согласились на вот такое решение, и в дальнейшем я чувствовал его поддержку при воплощении всей этой работы. Учитывая форму и рельеф поверхности, мельчайшие детали и оригинальные подписи автора, Виктор Павлович создает росписи водоэмульсионными красками на основе белил. В Зеленогорском интернате на проживании и лечении находятся взрослые люди. И занятие творчеством для них служит приятным досугом и своеобразной терапией. Здесь есть студия лепки, рукоделие и даже маленькое свечное производство. Виктор Павлович возглавляет в интернате секцию изобразительного искусства и работает здесь вместе с супругой. Произведения постояльцев социально-медицинского учреждения регулярно участвуют в выставках городского и всероссийского масштаба. Кому не показывал из своих знакомых в Союзе художников, тотчас отмечают его как вот художник, на которого вот просто интересно, и приходите смотреть профессионалам любого уровня. Юрий Зеленков в своих работах сумел продемонстрировать ряд изобразительных новаций. Инвалид детства, он всю жизнь страдал церебральным параличом. Художественное искусство стало для Юрия доступным средством коммуникации с окружающими людьми, при том, что он не имел возможности выражать свои мысли полноценной речью. В феврале прошлого года Юрий ушел из жизни в возрасте 69 лет. Вот дай людям просто самые простые вещи, вот, не задавая там никаких учебных программ, и они начнут раскрываться, небольшие подсказки. Я ориентируюсь на просто вот в широких категориях, просто на те произведения, которые в первую очередь что-то несут через изобразительный язык, через сопоставление контрастов цвета и тона, через сопоставление размеров, через стилизацию каких-то предметов. И безусловно, у них иной раз получается то, что не получается у профессионалов. Тем они и ценны, тем они и могут внести какую-то свою долю просто в копилку культурных ценностей человечества. На протяжении 16 лет Виктор Чувашев преподавал на кафедре живописи Государственного университета в Ижевске. За это время им были подготовлены оригинальные методические рекомендации. Мастер активно использует в работе современные технологии и самостоятельно ведет личный сайт. Персональные выставки картин художника проходили в его родном Выборге. Также произведения Виктора Чувашева можно увидеть на экспозициях работ монументалистов Союза художников России. Это вот такие рисунки, которые вот так вот начинаются, вот так вот начинаются. Потом я их, допустим,
могу превратить в серию с переводом через компьютер, с цветовым дополнением, привнесением. Они с четкими краями могут быть увеличены вплоть до фасадного размера.